Друзья, всем привет! Давно уже не заливал никаких видео на канал. Сегодня решил вот исправиться. А сегодня я хотел бы записать видео о том, какие направления я вижу на своем канале. Не хочу создавать отдельные каналы. Я хочу, чтобы все было на моем единственном. Просто я разделю видео по плейлистам, и вы сможете сами выбрать, что для вас наиболее интересно. А одно из направлений — я буду снимать видео по моему данному автомобилю Nissan Maxima в 34-м кузове. Как вы уже знаете, информации в интернете по нему немного, информации на YouTube очень мало. То есть видео на русском языке про эту машину раз-два и обчелся. Есть единственный обзор на русском языке, тот мой, я его снимал. Все, больше обзоров нету. Тот, конечно, мой обзор получился беглый, такой на скорую руку, я не знал, что сказать о машине. В целом я основные аспекты осветил. Не знаю, может быть, пересниму, если будет, ну, если будет возможность. Более хорошая камера, более хороший звук. Пересниму, но не обещаю. Это первое направление. То есть я хочу снимать видео по своему автомобилю, все работы, которые я буду по нему делать, чтобы вы могли увидеть, насколько сложен или прост этот автомобиль, как и с какой стороны к нему подходить. Информация будет полезна для владельцев этих машин, а также для тех, кто присматривается к данному автомобилю и хочет его приобрести, потому что автомобиль реально очень хорош, он стоит своих денег. Поэтому, если кто думает о покупке такого автомобиля, не думайте, действуйте. А второе направление — это я хочу снимать обзоры на автомобили моих друзей, моих близких знакомых. Почему именно этих людей? Потому что я хочу, чтобы в моих обзорах информация была предельно честная, предельно достоверная, чтобы не было никакой воды, никакой лажи, чтобы вы, мои подписчики, знали только правду об автомобилях. Я не хочу, чтобы вы смотрели в интернете какой-то гон просто, где вам будут рассказывать всякую чушь, лишь бы там нахвалить какой-то автомобиль. Нет. Я считаю, это неправильно. Поэтому я буду снимать автомобили друзей, знакомых, общаться с ними, узнавать непосредственно информацию от них о их автомобилях. Я думаю, это будет интересно. И третье направление. Мне очень нравится Mercedes S-класс в 221 кузове, и я хочу на него пересесть, и рано или поздно я это сделаю. В идеале, конечно, я вижу 221 в рестайлинге, 5,5, 388 лошадей. Этот автомобиль мне очень интересен, я считаю его довольно-таки красивым, в то же время брутальным, мужским. Мне он очень нравится. И в чем изюминка? Я хочу дойти до него обменами, преимущественно обменами, либо же только обменами. Каким образом, спросите вы? Все реально. Да, пусть это будет не очень просто, потому что он стоит нормальных денег, но все реально, нет ничего невозможного. А вот этот Nissan, на котором я езжу сейчас, он мне достался также обменами. То есть я машины за наличку не покупал уже довольно-таки давно. У меня всего было порядка 10 автомобилей, не хочу врать, точно сейчас не вспомню. И только, наверное, 4, либо же даже 3 я покупал за наличку, я покупал за деньги. Остальные автомобили я получал чисто обменами, и каждый обмен для меня был более выгоден. То есть я не сливал какие-то там потрепанные автомобили в каком-то ужасном состоянии, нет. Я на них сам ездил, я их обслуживал, но всегда находился такой человек, который был готов поменяться со мной. У него был в чем-то интерес в моем автомобиле, у меня был интерес в его автомобиле. И каждый раз мой автомобиль был все лучше, лучше, был там повыше классом и так далее. Поэтому, ну, для примера, я вам скажу, у меня был Passat 99 года, и я поменял сейчас его на вот эту вот Maxima. То есть понятно, что между Passat и Nissan было еще несколько автомобилей, но все равно как бы разница есть в этих машинах. 99 года Passat довольно-таки простой комплектации, либо вот этот Nissan довольно-таки хорошей комплектации, на полном фарше, можно сказать. Так что, друзья, я надеюсь, скоро вы будете видеть
меня на S-классе, на 221-м. На данный момент есть вот этот Nissan, есть Renault Megane 2006 года. Вот от них можно отталкиваться и приближаться к своей мечте, к своей цели. И рано или поздно я до нее дойду. Это будет 221 S-класс. А после него посмотрим. После него может 222, может еще что-то посмотрим. Пока я хочу 221. Мне он очень интересен. Так что, друзья, кто еще не подписался, подписывайтесь. Конечно же, ставьте лайки. Чем больше лайков, ну, тем мне приятнее. Просто я вижу то, что я для кого-то снимаю эти видео, а не просто так. Также пишите комментарии, общайтесь, спрашивайте. Мне это тоже будет приятно. Мне будет это интересно видеть под своими видео. Давайте, в общем, активность, друзья. Давайте активность на моем канале. Буду вам за это очень благодарен. Лайки, подписки, репосты. Все, всем спасибо, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо всем за поддержку. Я думаю, найдутся сторонники, которые захотят увидеть, как я дойду обменами до S-класса. Все, друзья, еще раз всем спасибо. Всем удачи. Ни гвоздя, ни жезла. Пока.